Древние находки, относящиеся к бронзовому веку, обнаружены при археологических раскопках в Кузнечихе. Вся территория Кузнечихи является местом, где перед строительством чего-либо необходимо провести археологические работы. И вот на месте будущего административного здания и начали эти изыскания. В 15 веке на этом самом месте было средневековое поселение. Его и исследовали археологи и неожиданно наткнулись на гораздо более древние вещи. Ну, это вот, соответственно, предметы из вот этого погребения баланской культуры. Каменный топор. Как их делали, это довольно-таки загадка до сих пор. То есть многие ученые спорят по этому поводу. То есть, вероятно, это с помощью абразива делали, то есть круглые кости, подсыпали песок и вот высверливали. И там было три сосуда. Вот. Какие-то вот они такой имели ритуальный характер. Первичную реставрацию вот мы такую вот сделали. Смогли их собрать. Здесь было селище древнерусское, то есть 13-15 век. Потом оно было заброшено, и только где-то в 18-19 веке здесь вот уже рядом начинают опять селиться люди. Достаточно крупные постройки, потому что сами дома деревянные, они не сохранились. И то, что вот мы видим вот эти вот ямки, это просто погреба. Дома здесь стояли, вероятно, очень большие, судя по тому, какие большие подвалы. Находок довольно много, то есть был собран очень богатый керамический материал. Из интересного находила фрагменты браслетов стеклянных. Один был такой красивый, витиеватый. Стеклянные браслеты вот такие вот замечательные 14-13 века. Но это, скорее всего, импорт, то есть это из города откуда-то привезенные. Вот есть фибула застежка, тут у нее есть язычок, застегивалось два фрагмента одежды. Вот она, та самая замечательная бусина, это кашин. Золотая Орда, может быть, что-то из Булгара, то есть какие-то торговые вот эти вот варианты, как она могла сюда попасть. Вот были два вот эти предмета найдены 7-8 века, это бронза и железо. Так как у нас памятник 13-15 века, эти вот ранние вещи, как они сюда попали, это еще такая небольшая загадка для нас. Территория объекта археологического наследия, она выходит и дальше. Возможно, в дальнейшем при изучении той территории памятник, который остается, будут сделаны какие-то еще находки, связанные с эпохой бронзы. Кстати, находки бронзового века часто встречаются на юге России, а вот для Нижнего Новгорода это большая редкость. Это первая столь древняя находка за несколько десятков лет археологических изысканий.